С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 2,5%. Эта цифра заложена в прогнозе социально-экономического развития, подготовленном Минэкономразвития, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов. 1 апреля 2016 года социальные пенсии были проиндексированы на 4%. И надбавку в среднем в несколько сотен рублей получили более 26 тысяч человек. Средний по стране размер пенсии вырос до 8,5 тысяч рублей. Если в 2017 году индексация будет на уровне 2,5%, то средняя надбавка составит 222 рубля.